замечательное пудра, которое напоминает, называется, можно сказать, все в одно. Можно назвать ее навершие, завершение. Она напоминает маковки церквей, то есть рупорные антенны идеальной формы, самые лучшие рупорные антенны для формирования стоячей волны. И именно такую рупорную антенну и можно формировать из своего тела. Для тех, кто, в общем-то, даже для начинающих, для тех, кто не сильно заморачивается этим всеми остальными вещами, начать можно подготовку, как к любой работе энергетической и физической, неважно, с почувствования нижней чакры, первой и либо нулевой, черной. Она находится на стопах. Просто почувствовать, что как будто мы стоим на черной чакре. Многие задают вопросы, где находятся чакры. Многие, я говорю, свой опыт, который, наверное, и то, что я вижу у многих других людей, у кого сознание доросло до этих чакр. А белая, соответственно, вот она. Вот тут наверху. Вот тоже одна, еще одна мудра наполнения. Ну и та мудра, которую сейчас хочу показать. Ну это вот потянулись, вот белое и черное почувствовали. Вот сразу образовался кокон. И то, что я еще хочу рассказать, это мудра маковка наполнения. Вот большие пальцы не трогают друг друга. Вот она. Это своего рода купол. Тут полукруг, перевернутое сердечко, но разомкнутое. То есть это объединение, охранение и держит целостность. Можно назвать, что целостность. Можно ставить на трех уровнях и чувствовать. Вот на груди, на уровне сознания и на уровне нулевой белой чакры. Сделаем, делайте, чувствуйте. Сразу, потом сразу отсекается. Сразу чувствуется внешний контур. И сильнее, мощнее всех остальных, защищает от всего. Можно и ставить на себя в бок и разными цветами все направления. Желтый, зеленый, это как минимум. Ну и синий, естественно, на этом уровне. Горизонтальные могут быть на разных цветах, кто чувствует разные стихии, разные, скажем так, уровни бытия, назовем это время, хаос, порядок, она же материя, тот поймет, какому цвету все соответствует и коррелируется. Можно много говорить, но проще сделать и почувствовать самостоятельно. Вот в этом потрясающем месте, которое я уже чувствую как свое, родное, в принципе, вся земля уже родная, своя, все религии и страны, больше разделяют, они не нужны. Достаточно просто чувствовать себя человеком на этой земле, чувствовать, что это наша земля. Защищать ее от всяких чуждых сознаний. И в этом вот это мудро. В принципе, можно переворачивать, предвижу вопрос, но на любителей не стоит. Вот три уровня достаточно. Вот так. Получается тут двойной. Вот одна мудра, и вот руки делают другую. Это, то есть, получается трехслойная. И ноги автоматически формируют три уровня, такие многослойные, такие стоячие волны. Из своей энергетики узлы пучности совпадают в резонансе с чакрами. То есть вот это вот потрясающая, простейшая мудра. Пользуемся, работаем. И помним, что все только начинается. Добра.